Бойцы первого боя 1/4 финала весовой категории до 93 килограмм. Боец в синем углу, чемпион Республики Беларусь по ММА, 26 лет, рост 85 сантиметров, вес 91,8. Профессиональный рекорд ММА, 2 победы и 2 поражения. Представляющий клуб «Рестлинг Стайл» Республика Беларусь, Игорь Литоши. Боец в красном углу, призер чемпионата мира по вольной борьбе среди студентов, победитель гран-при Кубка Черного Моля. Ему 27 лет, рост 85 сантиметров, вес 93 килограмм ровно. Профессиональный рекорд ММА, 6 боев и все победы. Представляющий бойцовский клуб «Аллигатор» из Нальчика, Россия, не знающий поражений, Расим Курбан Исмаилов. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп не работает, сетку не держит, локти в голову не работают, колени в голову только в стойке. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Итак, в этом бою на второй минуте 33 секунде первого раунда удушающим приемом победу одержал боец в синем углу Игорь Литоши, Республика Беларусь.